Друзья, такая жесть произошла. Если кто смотрел Дима Солярчин, если кто знает, что это за блогер Дима Солярчин, то есть получается у него 2 миллиона подписчиков, но я думаю, из моей аудитории все равно его многие смотрят. И он, короче, сейчас стрим делал, ну, прямой эфир. У него еще там 13 тысяч человек в прямом эфире смотрели. То есть у него канал, у него все видео по 400 тысяч набирали, по 500 тысяч. Некоторые даже по миллиону, по 4 миллиона, по 2 миллиона. То есть он в прямом эфире взял все свои видео, удалил. То есть он настолько сильный человек, то есть он не зависит ни от чего-то. Знаете, чего вот говорят же, что в жизни не надо ни от чего зависеть. Вот я, например, ютубом занимаюсь, своим ютуб-каналом. Ну, как-никак, я все равно от него зависим маленько. Ну, все равно мне нравится видео снимать, а там как-то все равно... Кому-то, может, к комментариям прислушиваюсь, там что-то как-то... Но все равно зависим, как бы. Он настолько хороший человек, вот когда я его смотрю, почему я его смотрю, я иногда учусь у него и вот егошней вот этой уверенности, то есть... Он настолько вот уверенный человек, ему хоть даже хоть ты какой ему комментарий плохой напишешь, он все равно не обратит внимания. Он действительно по жизни идет таким человеком, он делает то, что он действительно надо. Если он, например, сказал что-то, он как мужик реально действует. Если он сказал, что все видео с YouTube своего удалит, то есть там реально видео у него были даже, которые по 4 миллиона набирают. То есть он настолько, знаете, какой человек, вот я у него уверенности учусь, вот он что сказал, то и сделал. Хоть ему это охота, неохота. Вот он сказал, все он сделал, он как железная скала. Вот каким, друзья, надо быть. Я реально сейчас смотрел, как он эти все свои видосы удалил. У него там реально видосов, наверное, 200 было. То есть он с 2016 года их снимал, понимаете? Он и в школу проникал. У него всякий раз... Он и в бомжа переодевался, и с бомжами там видео снимал, разговаривал с ними. То есть я первое его видео увидел, где он там с бомжами снимал. То есть, блин, настолько вот человек уверенный в себе, и реально, нужно реально быть таким уверенным. Без разницы, вы не должны обращать ни на что вообще, ни на какие советы в жизни, ни на какие мнения. Это ваша жизнь, и вы должны ее прожить так, как вы хотите. Да, и не должны ничьи советы слушать. То есть, вот реально, Дима Солярчин, это вообще вот такой человек. Вот, ну, я его как-то смотрю иногда, и прямо уверенности в... Я реально настолько уверенных людей вообще ни разу не встречал. Вот мне бы сейчас сказали, видео с канала удалили, хотя они у меня и по 100, по 200 просмотров набирают. Я и то не удалил бы. То есть вот такой вообще, блин, ну, жалко, конечно, что видос. У него была девушка Полина, ее звали. То есть, ну, у него сейчас другая девушка. И он взял все видео, удалил. То есть печально, конечно, очень. Кто смотрел, кто знает, напишите, пожалуйста. Сам сейчас горю, я сам его видео смотрю, постоянно жду его новые ролики. Эх, печально. Все 200 роликов, все прям у него по 4 миллиона там видео набирали. Такие дела.